Итак, 8 марта мы решили стать агентами и поздравить вас, милые дамы, абсолютно секретно. Здравствуйте, извините, а вы на фото? Нужно посмотреть. Извините, пожалуйста, это вы на фотографии? Извините, а это вы на фотографии? Дело в том, что у нас служба доставки из будущего работает. Вы должны были оказаться в этом самом месте в это самое время. Вот, пожалуйста, это для вас. И еще минуточку. Все для тебя, рассветы и туманы, для тебя моря и океаны, для тебя цветочные поляны, для тебя. Это для вас, с наступающим 8 марта. Спасибо огромное, очень приятно. Это для вас? Можно ли фото, что я доставил, что все хорошо? Начинай снимать, прием. Если что, мы начинаем. Девушка, здравствуйте. Можно уточнить, это вы? И вы должны были оказаться в этом самом месте в это самое время. Скажите, это вы же на фотографии? Подходите, посмотрите. Вы, да? Все, значит, вы успел. Значит, держите. Это для вас. Я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как в первый раз. Это облако из роз, место лжи, красивых фраз. Вот это для вас. Любовь похожая на сон. За тобой через года иду не колеблюсь. Если ты провода, я троллейбус. Ухвачусь за провода руками долгими. Буду жить всегда-всегда твоими токами. Давай, Петюню.